Шок. Царев рассказал в эфире у Скобеевой, какие проклены Коломойский из тюрьмы желает Зеленскому. Коломойский сейчас находится в тюрьме, и мне рассказывают, как он себя там ведет, это, и что он говорит про Зеленского. Это как он ведет себя? Он поворачивается к камере, говорит о том, что я уничтожу тебя, я уничтожу твоих детей, я уничтожу детей твоих детей, я никогда не забуду то унижение, которому ты сейчас меня подвергаешь.